Всем привет, с вами Жора, и на днях я листал ленту ВКонтакте и наткнулся на очень интересный пост. Он гласит о том, что мы все это время неправильно ели чокопай. И тут говорится, что чокопай нужно нагреть, тогда он вздуется, станет еще больше и еще вкуснее. Давайте же узнаем, правда это или нет. Итак, сейчас я расскажу, как буду действовать. Я буду нагревать чокопай в микроволновке. Сначала попробуем выставить время на 30 секунд, потом на 20, ну и в конце на 10. Ну что, первый пошел. Ёпта мать! А, посмотрите, что это сгорело, чокопай! Оу. Походу, первая попытка не получилась. Фу. 30 секунд, короче, это провал. Фу. Так, теперь ставим на 20 секунд. О, уже что-то у нас начинает получаться. Мне кажется, мы идем в правильном направлении. Вот это выглядит намного вкуснее и сочнее, чем вот это вот. Здесь даже вон поджарилось. Фу. Итак, у нас остается последняя чокопайнка на 10 секунд. Давайте поставим. Третий пошел. Ух. Мне почему-то кажется, что это будет самый удачный заход. 8, 9, 10. Все. Так, ну-ка. Вот эта попытка получилась самая удачная. То есть, вот, смотрите. 30 секунд. Как бы показать? Ну, вон оно, черное даже, вон. Итак, сейчас я буду пробовать все эти три штучки. Да, даже вот эту. И выскажу свое мнение, стоит ли это делать или вообще, что за бред. Итак, вот я принес чокопайнки. Господи, так не хочется пробовать эту штуку, которая 30 секунд готовилась. Вы просто посмотрите на нее. Горелым еще воняет. Фу! Фу! Все ради вас, ребят, все ради подписчиков. Еще раз покажу вот эту черную хрень, которая запеклась, зажарилась. Фу! Ну, кушать я ее, конечно, не буду. Эта штука, которая черная, она запеклась, она прям твердая. Ее не прокусишь. Короче, 30 секунд не ставим. Какое-то... Фу. Следующая чокопайнка, которую мы готовили 20 секунд. О, это прям хорошая, не поджаренная, ничего. Пробуем. Ну, знаете, как-то не очень, вообще не очень. Может быть, последняя чокопайнка изменит мое мнение полностью, что это нормально. Угу. В общем, последняя чокопайнка, которую мы готовили 10 секунд. Забыл сказать одну такую особенность. Она реально вздувается в 3 раза больше своего размера. Но это происходит только тогда, когда она находится в микроволновке. То есть в микроволновке она прям... Прям во, вот такая вот огромная. Огроменная, короче, вот. А когда ты достаешь ее из микроволновки, она становится обычной, только теплой. Пробуем. О май гад. Ну, 10 секунд, еще вкусно. Единственное, что тут тоже твердое дно, такое чуть-чуть. Ну, такой своеобразный вкус. Можно сделать один раз на 10 секунд. Можно. Все остальное, вот такое вот. В общем, ребят, подводим итоги. Если вам нечем заняться, то, пожалуйста, подогревайте чокопай. Но я не советую. Можно подогреть, но на 10 секунд. Не больше, не меньше, 10 секунд. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые эксперименты. Это же эксперимент, по идее.
Ну, а я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока. Щух.